Губернатор Приморья Олег Кожемяка сегодня находится в рабочей поездке в Находкинском городском округе. Утром глава региона посетил новый физкультурно-оздоровительный центр открытого типа в Ливадии, где теперь смогут заниматься жители поселка. Встретился губернатор и с работниками ремонтно-судостроительного завода. Там начали строить новую грузопассажирскую баржу, которая будет ходить на остров Путятина. Глава региона подчеркнул значимость проекта, ведь жители островных территорий в таком транспортном средстве крайне нуждаются. Осмотрел Олег Кожемяка и строительство нового ледового катка в Находке, а также побывал в спортивной школе «Приморец». Там сейчас организован пункт сбора помощи пострадавшим от наводнения. В очередной раз проверил глава региона и ход строительных работ на озере Соленом. Эта ранее неблагоустроенная городская территория преображается на глазах. Уже готовы прогулочные зоны, скамейки, высажены деревья. По словам главы региона, это один из достойных примеров того, как всем вместе можно сделать жизнь в своем городе лучше. Обустройство этой набережной – это, безусловно, большая такая программа, которая была вызвана пожеланием находкинцев при составлении плана социально-экономического развития. Обустройство этой набережной. Здесь гармонично вписывается храм, гармонично вписался памятник, спортивные объекты, которые интересны молодежи. Это различные скейт-площадки, то есть прогулочные зоны. Ну, я думаю, что это одно из тех достопримечательных мест, куда приходят находкинцы, и мэрия выполняет все те решения, которые были согласованы с жителями. Принял участие Олег Кожемяка и в форуме общественников округа. Участники встречи сегодня обсуждают самые актуальные для территории вопросы. Вечером у главы региона запланирован прием граждан.